Так начинается вторая часть нашего отпуска. Буду показывать. Это обалденный старый такой гостиничный комплекс. Вот. С видом на старый город. С такими чудесными маленькими занавесочками. Вид шикарный. Здесь сразу вот площадь начинается. Вообще, я в восторге, конечно. Так, это наша зала. Здесь столько всяких мелких вот этих вещей, которые я люблю. Так, здесь наша комната. Шикарная кровать. Там шкафчик. Дети бегают в восторге все. Мама, тут вид, смотри, как в сказке, смотри, вот эти города... Там, где живут такие рыцари, там еще жили. Там тоже вот там домик за домиком. Согласна. Такие маленькие. Согласна. Улочки. Шикарная кухня. Там выглядит, как будто это... Как будто мы в гостях у рыцарей. Да. Так, и здесь детская спальня. Сейчас включим свет. Вот так вот. Тоже шкафчик. Тоже вид на город. Так, и что? Туалет, душевая. Ну, вот такая. Здесь душ. Вот. А здесь муж поднимает вещи. Здесь муж поднимает вещи. Первым делом, конечно же, закупиться. Купили две большие сумки еды. Я почти ничего с собой не брала. Вот. И нам вот туда, в старый город. Я не знаю, что это. Это что-то очень интересное. Сопровождается милицией. Одной машиной, я вам хочу сказать. А там у нас, смотрите, какая елочка. Центр города. Все, вышли. Идем гулять. Какой старый город. Очень прикольный. Очень старый. Как Кирилл сказал, говорит, здесь домики такие, говорит, прилепленные друг к другу. Даже по... Нет. Тут корзины были тут старыми способами. А пап, ты хотел нам приколю? Прикольно, показать. Да? Интересно, можно себе такое купить? Можно, можно зайти и купить. Да? Конечно. Ой-ой, там что-то металлическое. А, как круто! Я вот такое имя введу. Ты посмотри на ставни, Кирилл. На ставни посмотри. Мы тогда до нее дойдем, я вам обязательно ее покажу. Ха. Как интересно. А, это заплашный дом. Оп. Там, там потому что там дешевый. Очень-очень старый дом. Вот это самый старый, который я когда-то видел. Да, пожалуйста. Интересно, видишь, балки строили. Так а даже лепнина, ты видишь, какая? 1719 года, да. Ого! Три столетия. А... Посмотрите, какие маленькие, узенькие домики. Раньше народ был не в ширину велосипеда, блин. А сколько он этот отреставрировали, жалко. Поэтому их строили высокие. А вот, смотрите. Здесь постройки, вот мы только что дом видели, 1680 года. То есть вот это вот все, ну, их реставрировали, я так понимаю. Но городок очень, очень старый. Ты как, Кирюх? Офигенский, правда? Да. Я обратила тут внимание на дверь, вот на стекла. Ну, не на вот эти стекла, да, на зеленые. Мы пришли за своей машиной. Ага.
Идем, идем. Не бойся. Где тут наша машинка стоит? Поедем сейчас путешествовать. Она нам скажет, сейчас идите в баню. О, здесь можно... Можно... А зачем закрывать? Может, выезжать? А, есть туда, что скажешь? А-а-а. Кирилл, Аня открывала, ты можешь... Так, внутренний дворик. Заплатили за всех 12 евро за вход. И пойдем смотреть. Баба Яга. Избушка на квариф-ножках. Милота. Леша, вас Лешем сфоткать? Это Леший? Ну а чё не Леший? Очень даже похож на Лешего. Я тоже. Маленькая ведьма. Нога, ногами, да, отталкивайтесь. А ну, смотрите сюда. Я хуя могу. О, а ты видел? Кирилл, возьми его, пойди за другую руку. Хуя могу, я так хуя так. Растягивайте. Белочкам поплохело. Мы пришли. Белочки в домик. Ну, что ж. А вот тут, кстати, можно сделать мордель свою, видишь? Да, идем, идем. Все это к потолку кухня, прибито. Это... Кладовка. Вон мышь сидит. Где? Да. И гномик, смотри. Ну, не знаю, мы заплатили за это деньги, наверное, все-таки стоит. Мне нравится вот пентаграмма на потолке. Очень аутентично. Да, пожалуй, что. Это ведьма там стоит. Какую экскурсию водят? Это та, которая в отпуске. Ковер на потолке. Шикарно. В отпуске? Вау. Там сказано. У меня голова. Так, кажется, как будто видео перевернуто. Его можно, в принципе, потом просто перевернуть, и будет норм. Будем мы по потолку ходить. Как вам эти тараканы? О, вот она. Наконец-то. Можно? Мы нашли вот ее кровать. Так. Махалай, махалай. Везде, везде жратву ищут. Вы посмотрите на них. Махалай, ой. Ой, желудь, мой орешек. Смотрит на тебя, как на потенциальную еду. Да, мы пришли в зоопарк. Аня, он это не ест, он мясо ест. Думаешь? Конечно. А это вдруг сокол. Ест? Да. Надо же попробовать. Очень красиво. Не надо. А там цапля. Ой, она ушла. Тут королевское все подрезано. Ужас какой. Ладно, это не живодерня. Здесь их речат. Потому типа, что у него, видишь, крыло. В природе. У него крыло что-то. Угу. Подвернул палец. Мы нашли козу. Мы нашли желающего покормиться. Кирилл, не беги, спугнешь. Плавно иди. Это не электрическая, это... Нет. Иначе нас бы уже тут замкнуло. На. Да? Ладно. Хочу память. Смертельный номер. Муж решил попробовать еду, но не хочет делать это на камеру. Но она пахнет как пертусин. Вкусный, да. Я в детстве пертусин пила. Он я тоже вкусный. В детстве пертусин любил. Пахнет пертусином просто. Ну давай, закидывайся. Мне пахнет сеном. Чисто сено сеном. Нравится? Папу мы сегодня кормить не будем. У нас 4 пакетика еды. Ну, я думаю, ему хватит. Как овсянка на вкус. Да? Да, сырая. Можно мне тоже? Что, тебе тоже? Попробовать? Да. Ешь грушу. А мне? Горьковатая немножко. И ты ешь грушу. Там какая-то овсянка и вкус какой-то травы такой. Идёт.
ходим, гуляем. Да, Серёжа, я, если честно, ожидала, конечно, большего, но надо было сначала ехать в Харц, а потом в Баварию. Потому что когда из Баварии приезжаешь в Харц, ну вообще куда-либо приезжаешь, то впечатления уже, конечно, не те. Волки. Стас говорит, кому-то же пришло в голову приручить волка. Оп, спрятался, не хочет сниматься. Волкам их запах не понравится. Они, походу, что-то унюхали. Я хочу сфот. Возможно, даже мандарин. Возможно, нас. Все, что поймают. Это тот енот из этого. Я пойду покатаю, можно? Ну, надо сидеть и кино, да? Привет! Привет! Смешные, толстые такие, пушистые. Что так кушает вкусно? Это речка, что ли? Майя, вас ist das явно не любят это. Мы нашли здесь милоту. Какие эти все пушистые. А, да, очень живописно. Кролик сидит. Смотри, морские свинки и кролики. Селом пахнет. У меня прям нюх прорезался. Хотим, будем. Хотим. А вон сзади к тебе вкусняшки пришли. Привет. Требовать. Там вон очарование пришло. Ой, ты, боже мой. Это петушок такой? Смотри, забрали всех козочек. Я не буду кормить. Вот, Вадик. Есть давай! У меня больше нету. Ой, тут драка. Насыпешь? Смотри. Насыпешь? Я боюсь. Забирай. Бери, бери. Ой, господи. Кто хочет? Привет. Нет, ты посмотри. Это самый лучший аттракцион. Не. Сейчас она на тебя какнет. Не надо, нельзя. Большие гоняют. Ага. Мелочь. Ага, смотри. Нет, ко мне пристали. Понимаю. Аня, смотри, чтобы бумажки они не наелись. Тогда ей поесть. Аня, ну что ж ты рассыпаешься? Да ж, не бойся ты. Нет, меня нет. Они малюсенькие, Анют. Во-во-во, она залезла, во. Чтобы у тебя из руки брать. Очень милые. Они не знают еще. Курочка. Мне хочется иметь хлеб. Давали хлеб. Не, я не думаю, что это им прям в кормушку. Я думаю, это посетители уже накидали. Кабанчик. Очень хочет прогнать собачку. Очень. Да, он бы вот бы он ей нападал. Хотя нет, смотри, хлеб. Какая котяра. Вообще, котяруся. Шикарная.
убить. Ну, рысь может человека легко убить. Не, в принципе. Мы нашли здесь такой прекрасный вид. Очень, конечно, здесь стрёмненько, но классно. Место офигительное. Ну, давай, потихонечку. А я? Нет, тебе не надо. Вот что значит мужик растет. Ему надо везде. Везде надо. А мама только... Ну, блин, зря не взяла ей сердечные капли. Не знаю, как вас, меня очень заряжает природа. Чудесный вид на город. Кирилл хотел вон туда спуститься. Нет. Я уже туда не... Красивый обед. Кирюша попробовал папин суп. Сказал, папа, иди нафиг. Тойфельзупе. Ну, я так и предполагала, что он будет очень острый. Попадут грибочки на шницеле. В очереди стояли, я говорю, слушай, давай не будем тебе брать. Я говорю, ну дети ж не доедят. Аня так и доела весь шницель. Да, Анюта? Говорит, вот такой я человек. Говорит, я люблю пожрать. А брать любим. Где ты этому набралась? Тот... От папы. А здесь у нас лызуха сидит. Что? Лызуха, говорю, сидит, которая Лыки. Кушает так, лысь-мысь. Нет. А если ты наелась? А что это они задумали? Куда это они собрались? Поедут кататься? Кататься они будут на Родельбане. Я такого большого Родельбана еще не видела. Погрузились. Такс. Проверили. Поможи ручкой маме. Ну и теперь ждем Кирилл. Дальше вот по таким рельсам вниз, 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 вниз. Вон вижу бороду мужа. Возвращается. Как я его так? На нюх. Она еще раз хочет. Ну идите. А вот и сын подтянулся. Да. Понравилось. Как тебе, Кирюха? Супер. Еще раз будем? Дел мамы. Стоять, сторожить вещи. Благо, у меня есть горячий чай. И шоколадка замеченная. Я это заслужила. Я, в принципе, всегда к такому отношусь. Пониманием. Сама я не особо люблю аттракционы. Меня укачивают. Вот. Ну не лишать же детей радости. Они пошли второй раз. Побывали в книжном магазине по совместительству антиквариатном. Кирилл вышел с книжкой. А какашки? Аня вышла с книжкой. Мама вышла с открыткой. А папа вышел с плакатиком. У нас тут утренняя, господи, ночная прогулка.
по городу. Мелочь идет довольная. Особо я. А вот это здание заброшенное. А мы ходим, заглядываем в окна. Ну совсем заброшенное. Да. Угу. Нет, там... Хотя там вон шторки еще есть. Может, кто-то и живет. Да не вряд. Люди, которые ждут пиццу. Очень нагулянные.